карась, щука, лещ, карп, сом. А теперь еще и форель. На днях в Клинское Заозерье запустили почти 350 килограмм этой благородной рыбы. Если вы еще не были на рыбалке в Тетерино, стоит поторопиться, чтобы ухватить всю прелесть осеннего клева. Смотрим. Рыбалка в счет жизни не засчитывается, а лучшее средство от осенней хандры – осенняя рыбалка. Тем более, когда рыбное место известно и когда клюет. Заядлые рыбаки об этом знают, а потому тропа к береговым беседкам никогда не зарастает. Наши гости, которые приходят к нам порыбачить, они могут приобрести или же рыболовную путевку, или же, что является очень таким выгодным и много преимуществ имеет в себе, это вступить в клуб рыбаков «Клинское Заозерье». А привилегий у организованных рыбаков клуба немало. Во-первых, безлимитная по времени рыбалка. Во-вторых, бесплатная аренда беседки в будни и скидки на аренду номеров и коттеджей. Александр Безуглый эти преимущества оценил и на правах члена клуба «Клинское Заозерье» приезжает порыбачить Тетерино почти каждые выходные. Выгодно тем, что время не ограничено, ни за что не плачу, только за рыбу. Когда захотелось, приехал, половил, поймал, не поймал, ну и что, ничего страшного. Плюс, пожалуйста, у тебя все услуги, вот домики, это дрова, вот, мангалы. А внуки берут пример с дедушки, тоже любят рыбалку и уже умело обращаются с рыболовными снастями. Чтобы поймать хорошую большую рыбу, нужна приманка, кукуруза, надеть на крючок и колокольчик сверху. За 2 часа мы поймали 5 форелей. Пополняют пруд рыбы 2 раза в год. Например, к лету водоем зарыбили карпом, а в эти выходные выпустили аж 350 килограмм форели. Кстати, осенью рыба хорошо клюет на мелководье. Перед тем, как уйти на глубину, ловят последнее солнечное тепло. И на этой неделе погода не подкачает. Так что берите снасти и в Тетерино. Если желание есть, а удочки нет, можно взять прямо на базе в прокат или купить. Главное – настрой, и тогда улов обеспечит рыбацкое везение. Анастасия Галкина, Иван Першин, Дмитрий Кириллов. Новости дня.